Здарова всем подписчикам, ребят, с вами Рязан, и я продолжаю играть в Shadow of Mordor. Что у нас там? Завтра сокрушитель костей. Че это задание у нас такое, я просто уже... Так. Круг злой, вот это же... А вот. Ну это такие внутренние вражды. Но я хочу пойти по заданиям основным, потому что прошлый выпуск полуторачасовой, Ух ты, тут, кстати, локация, ну, открылась, походу. Или где это, пещеры какие-то, что ли. Так вот, полуторачасовой выпуск, там я вообще все пооткрывал, вот это вот там бегал, убивал. А теперь я хочу сюжет. Лекарство или охота на крупную дичь? Давайте охота на крупную дичь, а потом лекарство. Почти все мои уже уроки. Я тут позахватывал вообще жестко. Почти все капитаны за мной. Я самый главный мог. Там кого-то Карагон ушел. Ну, это не мои проблемы, я пойду дальше. Как же приятно записывать с кракенами вот этими и со студийным микрофоном. То есть пусть я сижу так вот спокойно. До этого, вы знаете, я всегда записывал с этим, с гарнитурой Свен. Фишка в том была, что... У меня были краки, да, свежий микрофон, просто на старой квартире ну, неудобно было, особо негде расставить. Вот. А здесь сейчас нормальная тема. И что, мы пробежимся, пожалуй. Я рад, что вот после последнего выпуска, кстати, который длился очень долго, люди стали просить меня проходить Shadow of Mordor почаще. Ребятки, я выпуски буду делать не такие большие теперь, потому что с вебкой занимает монтаж довольно-таки долгое время. Там потом еще это все дело сохраняется тоже долго. Выпуски будут по полчаса где-то. Где-то. Давай, приезжай. Mordor уже давненько не играл. Просто We Will Win In вышел. Там еще вышли некоторые проекты, вы знаете. A time will come when the Dark Lord will be strong enough that his shadow will cover the land. Почти прибежали. Поохотимся мы на дичь. Охота на крупную дичь. Этот гном утверждает, что знает, где находятся другие артефакты из прошлого Келебримбора. Давайте. Выполним задание. Shouldn't see me. Shouldn't hear me. It's a clean kill. And none of it is going to go to waste. What's your name, Ranger? Italian. What were you? A lieutenant? No, actually, I was a captain. Oh, my mistake! We have a captain in our midst! Well, better look sharp, eh? Captain's coming. Better sharpen the swords, eh? And make sure our boots are nice and shiny. Oh, so tell me, Captain, have you ever hunted a Grau? A Graug has what you promised me. Aye. Not just any Graug. The largest one I ever came across. We must prepare. I should do just fine. I've been trained very well. My dog, Silver, was trained very well. That was before she got eaten by a warg. Hunt! It's not about rules, my captain.
We're not going to line up and have someone play with our lives. It's about instinct. And it's about guts. Which, as you can see, I know a thing or two about. You want basics on the hunt. Follow me. Да, нужно познать основы охоты. Ну ладно, давайте поучимся. Чему же нас интересному научат? First lesson of Caragor hunting. Do not die. What do we need them for? Запомни, нельзя умирать. Да, worthy mount for a dangerous hunt. These beasts will not be impressed by your rank. All flesh tastes the same to them. Once you go on the hunt, Captain, you'll come out a changed man. Hopefully for the better, but you never know. When I was hunting wargs, I picked up their ways quickly. The Caragors, well, those bastards are a tougher breed. Took me nearly a year to figure them out. Caragors, buggers hate water. I once tried to ride one through a river, and she hightailed it up a cliffside with me on its back. Amazing what they'll do to avoid a good cleaning, eh? The hunt is my mistress. Beautiful, thrilling, infectious. And she doesn't nag, like my wife. Да, многие предпочитают там на рыбу. Oh, you haven't lived until you've been on the hunt, Captain. Там, the very air smells different. Отдохнуть. Like triumph. Ну, охота в Мордоре — это нечто иное. Ranger, over here! Да, серьезное и кровавое испытание. That one over there looks quite aggressive. Don't even try creeping up on a Caragor. It'll catch your scent a mile away. What do you use them? Wouldn't you hop in? Introduce yourself. Ask it for a ride. Так, получена способность охотник на карагоров. Вы научились контратаковать атакующего в прыжке карагора, заодно оглушая зверя. Ну и потом мы можем сесть на него верхом, как это было раньше. Ну давайте. Эй, карагор! Здорово! Офигеть! Потом мы просто на него залазим. И, как всегда, мы его захватываем. Ты что, можешь меня спросить? А, это он на этом посмотрит, которого захватывает. Так, а где у него тоже вообще значок сменится? Блин, ну у него карагор круче, да, Мишка? Это как типа Бэхай Феррари. You didn't fare too bad back then. Where'd you get your training, Captain? I hail from the Black Gate. The Black Gate. Nice place. Sounds depressing. Белела да Калина и Лада Приора, у кого какая. Мне, наверное, Калина. Let's find some more покруче будет, да? Now that you tame the beast, let's see if it'll fight for you. Он будет драться за меня, что ему еще остается делать. Бить стражей умом. Ах вы суки, я вас всех съем. Карагорчик, время питаться. Так, давайте покушаем, мы как в столовке, типа. Так, этого лучше не хочу, вот этот для меня эти пути, а тут говорят. А, всё. Следует за Торвином. А, дополнительная задача убить больше уроков, чем Торвин. У меня пока 4, у него 6. Но я там старался их жрать. А так-то, в принципе, можно всех зарезать. You take him up high. Leave the grand dogs to me. Так что я промазал. Совсем растерял навык. The world was young, the mountains green. Stain your tongue. Давайте убьем вот этих вот уродов. You're gonna die.
Ты думаешь, что я попасть не могу? Я мышку не отрегулировал поэтому по чувствительности. Мне их всем там, знаете, не зарегулировал. Так, мы сравнялись. Блин, к сожалению, нельзя взорвать костер. Ты сука! Да я все попробую. Пока мы выигрываем. Put you to a final test. Fight him however you like. Oh, running short on lessons. Running long on lip. You'll need to think on your feet. When we face the Grog, can't always look to me for help. The hunt is about discipline. Training yourself to see the perfect moment, rather than being told it. I once tracked a grey eagle back to her nest. I decided to let them be, even before they tossed me to the rocks below. It's the time for blood! Ну, суки, давайте. Как можно больше повалить на землю. Потом их можно и жрать начать. Смотрите, как мы ровно идем по счету, да. Так, вообще ровно 19-18. Так, один убежал. Ну вообще это, конечно, по сюжету. Я даже не заметил, что кто-то убегал из них. Надо его догнать. Куда ты побежал? Подожди, не спеши, на одно ляжет душись. Куда тянет тебя, не торопись. Набери сил, снаряди латы, погоны не нуждаются в солдатах. Прям по сути нашего задания. Торвин. Торвин упал. Надо ему помочь. Убить Карагора. Карагор тебе ноги сожрет. Да ты, блин, там люлей получал. Strength to fight the mighty Grog. Remember, hunt. Expect his arm. Who knows? He'll even call you sir. Да, буду капитаном зверей. Странно все это, конечно. This dwarf is far from home. Not all those who wander are lost. Это первая часть задания. Вот продолжение напарники. Вам следует поучиться у Торвина еще кое-чему, прежде чем нападать на великого белого Граука. Давайте отправимся. Так. У меня тут единственная коробка закрывает часть экрана небольшой. Я подвел немножко монитор. Так, еще одно задание очередное. Off for my wee scars. No, not at all.
Actually, I have a few of my own. I'll bet. What type of battle scars did you get from the Black Gate, eh? Splinters? Oh, did you scar your voice telling your soldiers to head into battle? Tread lightly. My scars run very deep. Huh. The mighty Grog. You give me these. And he also took my hunting partner. So, what now? Well, another lesson for you, my captain. Maybe you'll even come out of this one unscarred. Да, у каждого своя история, и каждый что-то потерял. Shooting Crabane to prepare us for the mighty Grog? You want to hunt Grog? So you shall. But not just any Grog. This is a rare one. It's territorial. Strong enough to claim land as its own. And you and me, we're trespassing. Tell me, Captain, you ever slay a Grog before? Today will be the first of many. Now you're talking like a hunter. И вот он I've got a feeling играл. In my gut you may survive this, Captain. Вы знаете, что я убивал некоторых. So I assume you have a plan to kill this Grog. I do, Captain. And since you're so good at taking orders, I'll tell you how, step by step. Step one, when he's crunching on an Uruk, sneak up behind the giant beast and bleed the bastard's ankle. But why not his throat? There is one place Grogs aren't covered in spiky scales. They don't call a weakness a Grog's heel for nothing. You want me to sidle up to this beast? If you can manage it without being crushed, yes. Надо подкрасться сзади и ударить в лодыжку. Да, это будет тяжело сделать. There it goes. What a fine, fine specimen. And it'll meet a fine end. Так, обучение пустить кровь Граугу. Удержите левый шифт, чтобы незаметно подорваться к Граугу, и нажмите кнопку мыши, чтобы пустить ему кровь. Вот так вот выпускаем кровь. Step two, Captain. The blood will attract Caragor. Карагоры тебе бегут. Так вот зачем нам было изучать умение захватывать их. That will be quite a ride. Так, теперь нам нужно оседлать Карагора. Эй, Карагорыч, иди, я тут. Давайте, давайте, давайте. Не, ну, вы на меня нападайте. Вот же я. Мне нужен Карагор. А вот он один. Странно, что он там бежал. Его, наверное, Грауп ударил. Так, теперь давайте приманим Граупа к Торвину. Иди сюда! Хыс, 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 хыс. Твою мать. Slaying bigger grogs when I was a wee boy and my beard was only 3 inches long. Three. Shoot it in the head. Попав в голову. Отлично. Я кстати случай не сказал. What's step four? Четвертый шаг. It should be dead. You must have done it wrong. I'm following your orders. Так, а что делать? Давай. У нас неразбериха такая. Получила способность охотника на граугов. Вы получили способность сесть верхом на оглушенного Грауга. Чтобы оседлать оглушенного Грауга, подойдите к нему, нажмите левый Ctrl, и вы можете также оседлать его, нажав левый Ctrl и спрыгнув сверху. Блин, вот это круто!
Твою мать, иди сюда. Держи его. Можно, я сказал? Я сказал, можно, значит, можно. Офигеть! Я на грауге, ребята! Ёб твою мать, ядрит он здоровый. Грауги могут атаковать находящихся поблизости врагов, они также могут схватить и пожирать ургов, чтобы восстановить здоровье. Пошел! На разнос! Жрать буду всех! Это супер круто. Остановим немножко здоровья. Бам! Бам! Офигеть! Просто разносим всех к чертям. Иди сюда, я тебя сожру. Это лучший выпуск Shadow of Mordor, ребята. Еще и с вебкой, понимаете, да? Да. Ой, это жестко. Сведения. Да, собрал я на твои сведения. Что у меня не будут? Your life ends with the sting of my blade. Если у нас следующий день, чтобы убить Грауга. Убить Грауга. Ты должен погибнуть. Мы сделали это. I say, it's a wee bit unusual to ride a ground. Nothing like a little improvising, eh? All right, Captain. That's it. You should instinct, gumption, respect. Training's over. Got guts? Let's go spill some, hey! Да, давайте убьем эту тварь. Еще одно задание пройдено. The darkness of Mordor doesn't seem to touch that dwarf. The seven rings of power did not turn the dwarf kings to wraiths, as the nine rings did to men. They are as stubborn as stone and cannot be dominated by evil. That is why Sauron has sworn to destroy them. Так. Ого, далеко бежать. 1700. Надо найти мне Карагорчика какого-нибудь. Ну, допустим, вот этого. Выходи давай. А почему? Почему он это не блокирует атаку? Как должно быть. Тогда мы сверху не залезем. Старый дедовский метод, который всегда работает. Все, ребята, до свидания. Я пока не хочу с вами драться. Моя задача выполнена. Мы идем на белого Грауга, огромную тварь, которую очень сложно победить. Но мы ему порвем жопу, его огромную играющую жопу. Здорово. Я вот сейчас слезу, он начнет на меня нападать. Я побежал отсюда. Великий белый Грауг. Торвин готов выйти против зверя из своего прошлого. И я готов. Торвин! Heads up, Captain! Time to go hunting! Да.
Так, да, мы сейчас идем на охоту. Давай, давай, давай. You're gonna have to break it. Thought I'd keep you on your toes. А вот. Так, 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 сейчас, сейчас все будет. Бросайся на меня, давай. А, он должен именно броситься, а не вот так атаковать, я понял. Давай, давай, нападай. Ну вот же я. Что-то он не хочет на меня прыгать, именно только на пробел. Ворот. Не буду же я так просто подставляться. Нападай на меня уже. Глупенький ты. Иди сюда, сука. Иди сюда. Да хорош бегать. Я бегаю с руками, с Карагором. Take your time, Captain. Maybe we'll get lucky and that crowd will die of old age. Я еще живой. Ведь паскуда. Отойти? Ну, в смысле отойти? Ну, так вот. Да твою мать! Сколько мне еще раз уворачиваться от тебя? Ну давай, он какой-то тупенький, он не хочет на меня нападать. Идите все сами. Давай. Твою мать. Пошел он в жопу, я, короче, что-то такое не то. Да ёб твою мать! Так, оседлась Карагора. Это мы на пробел уворачиваемся, а... Как же? Ну ты будешь на меня так давать? Давай. Давай, 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 давай. А, вот, черт возьми. Блин, я испугался. Ладно, надо дождаться еще момента, когда он решит на нас именно прыгнуть вот так. Двумя лапами, а не одной. Давай! Прыгай! Я стою! Я же жду! Как ты такое? О, отлично! Иди сюда! Отлично! Теперь у нас есть крутой Карагор. Такой же белый. Он, наверное, круче. Whatever happens during the hunt, think what would Torben do? Следовать за Торвином. Вещере. I pray your training sticks, or else you'll stick to the wall once the mighty Grog hurls you there. I'm ready to fight the Grog. And that's just what you do. Fight. No art. No finesse. The hunt isn't about swinging and slashing. It's bigger than that. From your perspective, Dwarf, everything is bigger. Yes, this Grog is very, very big. Oh, wait, you're mocking me. Grogs are one of the oldest species of Mordor, and the deadliest by far. It's been a long time since I faced this Grog. Let us hope time wasn't as gentle to him as it was to me. My old partner and I once tracked a Grog from Mount Dolmed to Nogrod. We finally slayed it and got stuck under his leg for 2 days. Ah, those were fun times. Last time I saw the beast was when my old partner and I tracked it into his dwelling. How did you get out alive? Luck. The Grog knocked me senseless.
When I came to, it had ended my partner. Facing that creature alone was a death sentence. I've been hunting this Graug for almost a decade. That's a lot of years of dedication to one beast. Dedication? Or a sign you preach better than you hunt? Oh, that's funny, Captain. I'll be sure to laugh when the beast eats you alive. The mighty Graug will be my legacy. Dwarves will tell tales of Torvin the Hunter for generations. And I'll have them throw your name in. Keep up, Captain! Our crossing's this way! Да вот он, я рядом. Побежали. The mighty Graug will be my legacy. Dwarves will tell tales of Torvin the Hunter for generations. And I'll have them throw your name in there somewhere. Давай, показывай дорогу. Во, нормально. Вот она, пещера. The corridors are too quiet. I don't think the Graug is home. Then we go in and we wait. Ambush? How military. I like it. Так, он за засаду, да. Это артефакт, который нам нужен, чтобы узнать прошлое. Заставили доделать кольца, я так понимаю. Вот это вот самое штучка. Твою мать! Один на один, видимо, это же прямая смерть. Жесть. Легендарный Граул. History repeats itself. Let's just do as you say. Rule number one. Never mind, we improvise. It's too strong. I must attack from afar. Броситься на Грау. Мы должны его заставить броситься на нас. Облучение оглушения Грауга, выстрелив атакующему Грау голову, чтобы дезориентировать его, а затем садить свиньи его атаки. Я понял, сука, жопа тебе, удерживайся. Давай. Твою мать, иди в жопу. Ах ты, сука! Почти попали! Пошел в жопу!
залезьте на него. Твою мать. Это эпик. Поворачиваемся. Там их гумы набежали. Они нам помогут. Эй, кулы, вы куда набежали? Алло, так, нам нужны стрелы. А, он жрет их, нет! Не жри их, сука! Стреляем в руку, ему нельзя дать их есть. Так, все. Он вроде бы всех сожрал. Так, не то нажимаю. Вау! Отлично, дополнительное задание выполнено. Твою мать, это жесть. Это черт, он пропитался все-таки, а одного сожрал. Так, задача дополнительная выполнена. Действую, наверное, так же. Давай, нападай на меня. Ха-ха. Чё ты? Он должен на меня побежать. Вот, хороший мальчик. И действую так же. Снова кулы. Куда вы побежали? Стоять! Он их жрет. Слишком много кулов. Вот так вот мы сделаем, чтобы их победить. Они еще и плюются. Да пошли вы нахрен. Нормально, он залечиться не успел. Давай, сука. Офигеть. Так, ждем. Ах ты, твою мать. Снова залазим на него. Почти, вы смотрите. Неужели снова кулы полезут? Надо это. Куда ты их жрёшь, сука? Брось капу. На самом деле он там по чуть-чуть восстанавливается. Так, вот как у мелкого, не дать ему. Куда это ты, брось его? Мы взяли стрелы. Давай. Нападай на меня, я у тебя знаю уже как облупленного. Ах, это было близко. Пора кончать с ним. Живой! Он-то живой!
Он сдох вроде бы. He's dead. Да. Well, that's what I call beast hunting, eh? Indeed, indeed. Next time, I'm not gonna let you have all the fun. Oh no, no. This is the last time. I have other prey to pursue. Well, you need help on your journey, so what you say? We put some no, chance. No, no, Torvin. I have to do this on my own. If you survive, come to the Blue Mountains, eh? Lots of friends there will drink until their kegs run dry. I've seen how much a dwarf can drink. I do hope our paths cross again. Right. Now how do I get you out of here? Да, победа! Самый большой граук в мире побежден. С нашей помощью и помощью нашего нового друга. Onadare. It was a place like no other. Bodies scattered about. They appeared dead, but могли бы хоть и субтитры написать. Also alive. It's alive, alive, alive. It's alive. Так, игра грузится. Ну что, такой вот выпуск, ребятки. Пора заканчивать, ух ты. Карагор классный. I hope that Torvin finds his way home now that his hunt is over. В общем, спасибо, что смотрели. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был Рязан. Увидимся совсем скоро в новых выпусках по Shadow of Mordor. Если хотите, чтобы было больше выпусков, чтобы они были круче, больше, чаще, не забудьте поставить лайк и закомментировать все это дело. Давайте, пока и удачи.